По информации социальных сетей, в субботу 26 марта движение на Ленинградском шоссе буквально парализовало. Причина – массовая авария с участием нескольких десятков машин. Подробности происшествия уточняются. Там же, на Ленинградке, но уже в воскресенье грузовик потерял колесо, двигаясь в сторону севера, после съезда на улицу Кооперативную. В тот же день в центре заполярной столицы на перекрестке в районе кинотеатра «Мурманск» столкнулись «Форд» и «Шкода». От удара «Форд» вылетел на тротуар, сломав по пути ограждение. Автомобили получили серьезные повреждения. По информации госавтоинспекции, пострадавших нет. Уже вечером на 1332 километре автодороги Р-21 Кола водитель «Форда» выехал на встречную полосу при обгоне и столкнулся с «Хондой». В результате ДТП водитель автомобиля «Форд» получил телесные повреждения и был доставлен в больницу, сообщили в пресс-службе регионального ГИБДД. А в Североморске на припаркованную машину упали строительные козлы. Об этом сообщил хозяин авто в социальных сетях. Сейчас он ищет очевидцев.